Ух, ничего себе там плескает. Это хороший. Друзья, всем привет. Ну что, очередная рыбалка у нас. Приехали на Волгу. Такой вот у нас тут берег. Шмурдика, как обычно. Полная машина, не знаю, что набрал на день. Ну, я не знаю, я планировал, конечно, на сутки. Взял коптильню на всякий случай. Так, буду на пикер ловить. Буду кормить. Красная вещь. Вот такая для флета у меня оставалась. Дунаев. Вот такая получается. Сейчас настоится. Уже сейчас дно пробью. Ну и все, промерился. В общем, нашел выход на ракушку. С мягкого. Там пока заклипсовался. Посмотрим. Ну, далеко. Довольно-таки 40 метров, наверное. Снасть паттерностер. Вообще без всего, без карабинов. Только один на кормушке. Кормушку поставлю 60 грамм. Посмотрим. Может, полегче надо будет. Начну я с поводка сантиметров 50. Здесь тоже все крепится, петля в петлю и все. Простая оснастка, которая исключает всех кембриков. Карабинчиков два опарика. И мотыликов штучек 5. Вот так первый заброс. Первое. Их отпускаем. А меня тоже. Ага. Дядь Коля поймал одного. Лишка. И все. Пока. У нас сегодня будет шашлычок. За встречу. Надо это дело обмыть.
Вот Витька. Ну, плотва хорошая. Такая, более-менее. Ну да, уже можно пожать. Да. Уже отметался. Пузо пустое. Не, покрупнее вроде. Ну, дядя Коля. Ну, дядя Коля. И шашлыки, и лещи. Да, смотри. Это прям Рождество какое-то. Да, хорошее. И опять... А, нет, за верхнюю теперь. Ну, опять за нижнюю. А, у меня тоже. Подлещик. Мини-подлещик. Дождик начинается. Я пошел в машину, пережду. Остаюсь я, в общем, на ночь. Сейчас вечерком посмотрим, дождь закончится, что будет. Дождик вроде прекратился. Я чувствую, это еще не все. Еще будет. Опять полил. Такого уже можно на засовочку. Удочки я вытащу. Все, буду собираться спать, ложиться. Сейчас перекушу что-нибудь. Ну и спать. А завтра, чтобы пораньше встать. Ну, в принципе, рыба клюет. Такую подлещику с ладошку. Я даже снимать не стал. Поймал одного хорошего под килограмм. Грамм на 150, на 200, наверное. И плотвичку с ладошку. Ну и пока все. Надеюсь, завтра утром придет на прикорм. Я проснулся. 5:10. Нормально так я поспал. Прям отрубился сразу. В общем, погода нормальная. Ветра нет, туманчик. Ну все, начнем сразу же.
ребята. Крупнее подошел. Стой, стой, стой. Ух, там тоже. Я не успеваю. Маленький какой-то. Я вообще сошел. Сошел. Крючок оборвал. Зараза. Особо мелкий. Ребята, какой хороший.
куда ее? Только отпускать. Буду я потихоньку собираться. 7 часов. Уже и так сутки прошли. Поймал я там что-то. Мы это сейчас посмотрим. Хватит мне рыба. Куда ее девать. Так, ничего. Посчитаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Самый крупный, наверное. 6. 7. 7 штук. Хороших. А, это мелочи. Отпустят. 7 штук. В принципе, довольно неплохо. Такая вот рыбалочка получилась. Поклевал он сегодня с 5 до 6. На опарыш с мотылем. Просто на опарыш. Ну, мелочь клюет с ладошку. Ну, она не нужна. Да и рыба есть как бы. 7 штучек вот на копчение. Так, свеженькой. Самому съесть рыбку, да кому-то раздать. Ну, пойдет нормально. Хорошая рыбалка. Следующая рыбалка может будет здесь или на Нерли, но это я еще точно не знаю. Посмотрим. А так, не забывайте подписываться. Всем хорошего настроения, удачи. Встретимся на Йоме. Пока-пока.